27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Он приурочен к основанию первой общедоступной библиотеки в России. В связи с этим мы решили узнать у саровчан, как часто они посещают библиотеки и сможет ли электронная книга вытеснить бумажную. Думаю, нет, потому что все равно читать бумажные книги приятнее и удобнее. Я считаю, что электронные книги не смогут полностью заместить бумажные книги, так как бумажные, как по мне, все-таки удобнее, потому что в них можно делать заметки, в них можно различные закладки делать, выделять цитаты, в то время как в электронных книгах пока такой возможности практически нет. Я думаю, что нет. Потому что остаются люди, те, которые все-таки любят, чтобы чувствовать и читать именно бумажную книгу. Я думаю, когда-нибудь это может случиться, но в ближайшее время вряд ли. Потому что людям многим нравится именно ощущение живой книги, которая со страничками, многие вот чувствуют какой-то определенный запах от книг. И это людям нравится, поэтому не все переходят на электронные пока что. В какой-то степени не смогут, но прям полноценно. Они не смогут заменить саму покупку этих книг, рассматривание картинок в них и просто рассматривание их как вещи, в принципе. Нет, думаю, бумажный лучше. Почему? Ну, бумажный всегда как это... Ну, знания всегда... человек вспоминает лучше, чем электронные. Я знаю, что нужно бумажные читать, а не электронные. Вот. Ну а как получается, это уже по-всякому бывает. То есть это так называемое медленное чтение, которое позволяет перерабатывать текст в соответствии с тем стилем работы мозга, который у вас есть. Не, бумажное лучше все-таки. Почему? Потому что читаешь, господи, понимаешь, начинаешь, а это глаза портишь. Да нет, электронной книги нет. Это не мой случай. Может, для молодежи, а мне нет. Честно, электронные — это более удобно, более практично, потому что большое количество книг вмещается в одну небольшую, поэтому, в принципе, наверное, да. Библиотека в силу возраста домашняя большая, поэтому... Но сейчас перекочевала на дачу, вот честно скажу, перевозим на дачу. Там с удовольствием читаю бумажные книги, а дома времени не хватает, электронные. Вполне. Нет, конечно, останутся ценители всегда бумажных книг. Этот запах. Мы выяснили, что саровчане любят читать, и, несмотря на удобство электронных книг, все-таки предпочитают бумажные.